Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с зарядкой и кабелями для зарядки. Два в одном проведем в одной распаковке. Итак, понадобились мне зарядка и два кабеля. Причем зарядка не обычная, а с двумя разъемами, чтобы сразу же заряжать либо два устройства, либо подключить эти устройства в момент, когда аккумуляторы сели. Ну и дополнительно, чтобы были от этого устройства польза, ну и в том числе и осуществлялась зарядка. Взял я зарядку компании Ugreen, что продемонстрировано в данном варианте, плюс два кабеля тоже справа и слева. Данные варианты продемонстрированы. Все пришло достаточно быстро касаемо зарядки, потому что пришло это все со склада Российской Федерации, где-то заняло максимум 10 дней. А вот кабели, то есть шли они уже из Китая, и здесь уже больше где-то 2 недель заняла их доставка, может, около 20 дней. Пришло все как обычно, различными вариантами доставками. Первый вариант — это 5 пост, которые предоставляла зарядку. Ну а Почта России у нас доставляла вот эти 2 кабеля. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Итак, давайте смотреть, что находится внутри, и, соответственно, посмотрим. Итак, что из себя представляет коробка, продемонстрирована здесь. То здесь вот указываются характеристики, кому нужно: 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера и 12 вольт 1,5 ампера. Каждый разъем данной зарядки выдает 18 ватт. В сумме получается 36 ватт. Быстрая зарядка Quick Charge 3.0. Соответственно, у кого позволяет устройства, могут приобретать данную зарядку для того, чтобы быстро зарядить ваш гаджет. Ну, давайте вскроем ее. Для этого воспользуемся инструментом по вскрытию. Ну, такая стандартная упаковка. Внутри у нас находится документация, как с ней управляться, и адреса центра. Ну и характеристики расписаны. Стандартные документы. И также внутри находится зарядка. Идет уже под нашу стандартную вилку. Есть два варианта применения: под европейскую вилку, ну и американо, японо, китайскую. Какую вам необходимо, можно той и воспользоваться. То же самое, с обратной стороны написаны характеристики данной зарядки и продемонстрированы те сертификаты, которые сертифицированы, в том числе европейского. Сертификат есть европейский. Вот такая вот зарядка, к которой мы будем подключать соответствующие кабели. Давайте рассмотрим кабели. Я один вариант достану, второй вариант аналогичный. Был у меня на канале кабель с угловыми штекерами. Здесь USB-A, стандартный штекер, только USB 2.0. И штекер угловой USB Type-C. Да, вот был у меня кабель ZRCE, только там также угловые, только микро USB. Но у данного производителя не было Type-C, поэтому нашли выход в Ugreen. Единственное отличие: в прошлый раз было 3 метра, а здесь 2 метра. Мне достаточно для того, чтобы подключить 2 устройства и применять вместе с ними. Один конец USB-A подключаем к разъему USB-A, ну а USB Type-C подключаем к тому гаджету, который необходимо либо зарядить, либо использовать во время подзарядки, если заряд закончился. Кстати, удобно для смартфонов, чтобы играть, например, чтобы не мешало, не торчал конец. Он идет вниз, причем тут право-лево без разницы. При желании можно повернуть смартфон, то есть так установить и осуществлять свои действия, если вы играете на смартфонах. Вот такой вот кабель пришел. Еще раз повторяю, длиной 2 метра, здесь оплетка нейлоновая. Все достаточно хорошо сделано. Здесь алюминиевые вставки металлические.
слышите звук. И заключено это все в пластик, чтобы в последующем у вас ничего не произошло. Итак, давайте сейчас, может быть, один вариант я покажу. Не обещаю, что будет быстрая зарядка, но в подключении покажу, что данная зарядка работает и выполняет свой функционал. Итак, я вам продемонстрировал возможности зарядного устройства и кабеля U-Green. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию вам предоставил в полном объеме. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.